На длительный срок может угодить за решетку и 37-летний житель Арбекова, который нанес несколько ранений ножом своему приятелю, с которым вместе распивал алкоголь у себя дома. Как выяснили полицейские, после застолья хозяин квартиры лег спать, но вскоре проснулся от того, что потерпевший громко разговаривал по телефону в соседней комнате. Между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Злоумышленник схватил нож и нанес им несколько ударов в область головы и шеи товарища. После этого мужчина лег спать. Через некоторое время подозреваемый проснулся и обнаружил своего приятеля, лежащим на полу без признаков жизни. Растерявшись, злоумышленник обратился к своей соседке, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины. Житель Пензы 1985 года рождения задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Судом обвиняемому избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.